Всем хай, котятки, у микрофона я, школьник Сергей Парты, и я только сбежал со школы с урока математики от Марины Николаевны, вот просто еле удрал, чтобы записать для вас видеоролик. Я думаю, за это обязательно надо поставить лайкосик, подписаться на мой канал и написать какой-либо позитивный комментарий, тем более за это вы можете выиграть халявные 100 рублей, как это сделал вот этот вот челик. Я тебя поздравляю, ну и также пополняйте ряды вот этих вот замечательных людей, вы посмотрите, вас уже почти 1050 человек, которые играют вместе со мной. Псс, ну и по секрету рассказываю, что каждый из них получил бесконечные материалы и хилки. Если ты хочешь также играть на Evolve с комфортом, то смотри вот этот видеоролик. В нем я рассказал, как мои промокодеры могут получать халявные приколдесики. Ну и также, если вам надо быстренько прокачать аккаунт, получить кучу денег и так далее, то тоже регистрируйтесь на промокод хэштег Лепард. Желаю вам всем приятного просмотра, накладывайте себе чего-нибудь вкусненького покушать и, конечно же, приятного аппетита. Господи, посмотрите вот эту вот просто рубашечку, футболочку, поло. Это же, ну, классно, классно. Поставьте лайк за эту милоту. Ну и, кстати, да, помогите уже 5500 подписчиков добить на канале. Давно хочу эту цифру, и только вы можете помочь мне в этом. Больше никто. Надеюсь на ваше понимание. Всех обнял. Ты чё прыгаешь-то? У нас разборки за школой не с тобой сегодня. Я с ним за булочку дрался так-то. Мишаня, иди сюда, дай сосиску. Это моя сосиска, Мишаня. Пипец тебе, Мишаня. Смотрите, как носится, а? Понимаешь, что если я сейчас до него доберусь, то все, ему капец за эту сосиску будет. Я предупреждал. Михуил, ёпты. Оп. Столовку освобождаем. Я качусь на скейте. Ху-ху, выкурил его. Теперь ты, Станчик, второй. Убил, убил, вы видели? И третий приехал. Тихо, тихо. Какой же я жозик. А я говорил, освободите мне столовку, я жрать хочу. Поехали, я с тобой, брат. Школьный автобус, вези, вези меня, вези, вези меня. Давай прям в них, мужик, прям в них. Влетаем, короче, на пофигу. Сбиваем, как твари последние. Сбивай, ну да, некрасиво поступил, соглашусь, но нам пофигу, я школьник. Прыгай на нее, у нифига вы вдвоем там чисто зашакалили. Лоха в классе защемили. Че, снова сбиваем, мы же школьники. Тихо. Ну я понимаю, что ты на волны там поехал и так далее. А, это свой. Давай, на даблхитиках иди. Чисти квадрат. Чисти, чисти, чисти. Ну же, я вот он. Изи. Забрал его. А его еще и за имбот забанили. Видимо, администратор перепутал нас, сейчас я отличу, ёпта. А это что такое? Ну ты какая падла вообще неубиваемая. Децл, Децл бегает. Надо, надо, надо таких щемить. Щемим его. Найс. Так, терочку мы выиграли. Капстатсик. 31 на 7. Реально, капсик своим ботом, походу, настреляли здесь после школы. Мне все нравится. Скин имбулька просто. Ну, жестко, жестко. У нас тоже чел жестик, смотрите, а. Скиллы качаются. Ну, ну иди сюда, иди сюда, что ты бы... А, он меня тупо байтил, что ли? А, убегают просто сыкуны. Че, школьника боитесь, да? Ой, не того убил. Это грува вот этого загасили. Этого тоже забираем. По башке толстому. Хорош, Серго. Опять толпой пытается школьника маленького загасить, но ничего, ничего. Когда-нибудь у вас это получится. Например, сейчас, да? А может и не сейчас. Хорош, нигер. Тупо за одноклассники впряглись за меня. Сюда. Да сколько его всадить в него надо патрона, чтобы его кокнуть?